Да? Определять политический климат, направления и формы сотрудничества в регионе должны прежде всего те государства, которые здесь расположены. Думаю, мы едины в этом понимании. На серьезном деловом настрое всех участников.不应该将恐怖主义与某个民族和宗教混为一谈。反恐不能采取双重标准，也不能无限制地扩大打击范围。联合国应该在反恐斗争中发挥主导作用。各方支持中国在打击东特恐怖分子。 Уважаемые дамы и господа, в отношении Афганистана государства-участники Шанхайской организации сотрудничества выступают за создание надежных гарантий того, чтобы эта страна никогда больше не угрожала соседям и мировому сообществу распространением терроризма, сепаратизма и экстремизма. Афганистан должен стать мирным, нейтральным государством, поддерживающим дружественные отношения со всеми соседями, уважающим свои международные обязательства и права своих граждан. Соединенные Штаты Америки. Важна сама по себе, и тот факт, что мы поддерживаем Карзаев, важным вкладом в усилия всего